подождите, у нас есть третье, самое противное, это мадагаскарский таракан. Я не знаю, может быть, это не таракан, но очень похож. Так, Лёнь, скажи. Кто будет его есть? Вот такой таракан. Вот, она мне сняла крылышки, потому что я не знала, что, и сказала, что есть надо вот это. Внимание, я это ем. Все снимают. Давай. Снимают все три камеры. Три камеры. Да, она мотор. Поехали. Поехали. Дашь, ну ты ее. Ждала такая, она там сачок какой-то. Фу, бля. Кузнечики, ничего. Кузнечики оказались. Дашка, она ест нашего таракана, которого мы вчера поймали. Ну и чё, и как? Что, не пойму, то ли там кишки, то ли это мясо. Фу. Это рыба. Фу. Сейчас я глазки попробую. Я вообще люблю глазки обычно. Не, ребят, тут в этом делать вообще нечего. Невкусная, да? Она сверху просто соленая, так прожаренная. Численно натуриков, да? Здорово, брат. Ну, надо передать привет теперь маме. Мама, папа. С 8 марта. Дедушка, бабушка всем. Не, я мужу. Давай. Муж, передаю привет. Гордись мной, я это съела. Спасибо тебе за такой 8 марта, да? Да, точно, спасибо, солнце, за такой 8 марта.